Всем привет! Вы на канале Зефа, с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему я до сих пор продолжаю создавать контент по Red Dead Online. Также немного затронем тему самой РДО и многих аспектов, а также обсудим мнение диванных экспертов. В общем, ролик будет для многих очень горячим и вызовет немного горения. Друзья, хочу вам напомнить, что у нас на канале каждый день проходят прямые трансляции, на которых вы сможете вместе со мной играть в наши любимые игры, а также задать интересующие вас вопросы. Еще у нас имеется свой телеграм-канал, в котором публикуются самые важные новости канала, поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропустить новых роликов и новых стримов. Такой довольно сложный вопрос, наверное, начнем с самого популярного комментария диванных экспертов. Это донат. Да, я не боюсь говорить о донатах и проанализируем, правда ли то, что донаты это то, что мотивирует меня на создание контента исключительно по РДО. Тут сразу стоит отметить всех меценатов канала и выразить всем большую благодарность, что остаетесь с нами и помогаете не только активам, но и материально. Низкий вам поклон. Но взглянем на активных донатеров, самых щедрых меценатов. Сюда можно отнести когда-то легендарного Дмитрия Капитана, Волбой Юра, Магник, Сандер, Санкуй, Роман Мед, Судья Рен, Настоящий Американец, Арсений Подушкин, Фортнема, Георгий, Авел 787, Костямба и многие другие ребята. И это я сейчас перечислил всех, кто заинтересован в моем творчестве, кто поддерживает не только когда у меня стрим по РДО, а когда я стримлю другие игры. И это ребята, которые заказывают стримы по другим играм. И теперь вопрос. Так если основные меценаты канала постоянно донатят на стрим других игр или поддерживают монеты на стримах по другим играм, почему диванные эксперты утверждают, что я стримлю и делаю контент по РДО ради донатов? Видимо, потому что диванные эксперты смотрят только стримы по РДО и ролики по Red Dead Online, раз они не видят весь остальной контент и поддержки. А еще возьмем пример из последнего моего выходного, когда я простримил РДО порядка 8 часов. Знаете, сколько доната я получил за эти часы с учетом того, что на одной и второй трансляции было примерно по 50-60 активных зрителей? Правильно, 0. Но я все равно стримлю РДО. Вот чудеса. Поэтому, надеюсь, теория с донатом отпадает и мы двигаемся к реальным причинам, почему же я все еще делаю контент по Red Dead Online. А имея случай, еще раз хочу выразить благодарность всем, кто поддержит мое творчество монетой. Низкий вам поклон, друзья. Теперь немного статистики. Red Dead Redemption 2 сейчас активно продается. За последний квартал продажи игры составили порядка 3 миллионов копий. Количество онлайна постоянно растет, о чем свидетельствуют сессии с новичками. И, конечно же, не забываем про тот момент, что на каждом стриме всегда есть такие сообщения, как... Я только начал играть в РДО, спасибо за твои видео. И это удивительно, ведь для игры не выходит ничего нового. Но новые игроки приходят в игру. Почему, спросите вы? Все просто, эта игра шедевр, и онлайн ей шикарен. Да, контента не так много, как хотелось бы, но его достаточно, чтобы хорошо поиграть и насладиться игрой. Так вот, все эти новые игроки смотрят видосы, изучают игру, многие скажут, что контента по РДО много, ничего нового я не создам. Из гайдов и прочего, но новички, которые ищут каналы по РДО, находят мой канал и скажу честно, я не все аспекты онлайна еще рассмотрел, не все карты способностей изучил и разобрал, лично я, не все оружие протестировал в плане роликов, а игроки хотят видеть свежие ролики, а не 4-летней давности, и вот тут я понимаю, что такие ролики нужно создавать, их ждут новые игроки онлайна, которые хотят видеть свежий контент на активном канале по Red Dead Online. Еще сюда можно отнести тот момент, что многие смотрят активно старые ролики на канале, и приходя на стримы, новички говорят, что посмотрели многие мои гайды и хотят видеть новое, более подробное и детальное по разным аспектам игры. И тут даже статистика просмотров говорит, что 70% просмотров на канале – это просмотры роликов, которым больше полугода. А значит, создавать познавательный контент всегда полезно для канала, и он будет набирать просмотры. Да и новички охотно его смотрят. Конечно, никто не отменяет того факта, что для игры уже очень давно ничего не выходит нового. И тут многие будут правы, что на такой игре без нового контента много популярности не сыщешь. Но вот дилемма. Есть точное подтверждение тому, что обновленная версия RDR 2 под новой консоли уже готова и точно рано или поздно выйдет. А раз она будет выходить, то и обнову сделают для онлайна, чтобы стригерить всех покупать обновленную игру.
И вот тут дилемма. Что лучше, забить на игру и переключиться на что-то другое, а как только выйдет обновление, вернуться в игру, и тогда наш канал будет таким же, как и другие, которые бросили игру и не подарили многим надежду на то, что обновление возможно будет. Или все-таки продолжить заниматься РДО, верить в лучшее, попутно создавать контент в других направлениях, что мы и пытаемся делать, и когда выйдет обновление, быть тем каналом, который, несмотря ни на что, верил в лучшее и остался предан игре, которая покорила сердца многих игроков, за что многие и будут благодарны. Я считаю, лучше быть вторым, ведь когда игра реально нравится и ты играешь в первую очередь из-за того, что тебе это нравится, и тут донаты ни при чем, то зрители и подписчики это видят, и им становится интересно играть вместе со мной, смотреть ролики и надеяться на лучшее. На самом деле это все еще верхушка айсберга, почему я до сих пор делаю контент по игре. Но утомлять вас своими хвалебными одами РДО я не хочу, а лишь выделил самое главное, что каждый день мотивирует меня на создание контента по Red Dead Online. И как вы поняли, это новые игроки. Это искренняя любовь к игре и, конечно же, активная поддержка зрителей и подписчиков именно моего творчества. Всегда приятно слышать слова благодарности за мой труд. Это самое приятное, когда понимаешь, что твой контент оценивают достойно. И он помогает многим игрокам разобраться в таком интересном игровом мире. Поэтому еще раз всем огромный респект, кто смотрит ролики, кто приходит на стримы. Еще больше респект, кто поддерживает просмотром не только как-то стрим по РДО, но и по другим играм. Огромная благодарность всем меценатам канала, ведь благодаря вашей поддержке я могу создавать контент и радовать всех. Всем огромное спасибо. Будьте добрее к другим и творите добро. Всем спасибо за просмотр ролика. Надеюсь, теперь у диванных экспертов будет меньше желчи по поводу того, почему я до сих пор играю и делаю контент по РДО. И все зрители и подписчики канала будут также поддерживать мое творчество, не только связанное с РДО, но и с другими играми. Всем добра и до встречи.